победа Филадельфии в Кубке Америки. Филадельфийская команда Northeast United футболистов старшего поколения свыше 30 лет впервые участвовала в розыгрыше Кубка Америки среди ветеранов. Об этом мы сообщали в газете «Стильный портал» от 12 января сего года. Турнир состоялся в Лас-Вегасе в период с 15 по 17 января. И здесь наша команда в своей возрастной категории заняла первое место. К турниру команду готовили начальник Виктор Каневский, в прошлом многолетний капитан киевского «Динамо», игрок сборной команды СССР, участник чемпионатов мира и Европы, главный тренер Виталий Сидоров, в прошлом воспитанник московского «Спартака», а также постоянный спонсор всех турниров, в которых участвует наша команда Гайрат Бадомов, возглавляющий клининговую компанию United Services and Maintenance Group. В мировую столицу развлечений прибыли 82 команды со всего мира. Принадлежность наций можно было легко определить по цветам их формы. В турнире в нашей возрастной категории играли 10 команд, которые были разбиты на две группы, по 5 команд в каждой. Занявшие первое и второе места в группах в дальнейшем разыгрывали полуфинал и финал соревнования. Система начисления очков отличалась оригинальностью. За победу давалось 6 очков. Плюс количество забитых мячей, минус количество пропущенных мячей. А если встреча была выиграна в сухую, к общему результату добавлялось еще одно очко. Нашу команду, как темную лошадку, сразу бросили под каток. В группу с действующим чемпионом, да еще предстояло сыграть 3 матча подряд. Но наши ребята с честью вышли из сложнейшей ситуации. Турнир начали хорошо, видя наш потенциал, у нас есть все шансы выиграть этот турнир. Выиграем этот турнир, значит, мы получаем бесплатный приезд на следующий год. То есть это большая мотивация. Первый игровой день оказался очень напряженным. С учетом промежуточного времени между играми, футболистам и их болельщикам пришлось провести на поле и возле него практически весь световой день. Игры проходили одновременно на 6 полях, расположенных на огромном плато, окруженном со всех сторон горами. Первую игру с командой «Юнайтед» из Сан-Марино наши парни выиграли сравнительно легко, со счетом 3-0. Сан-маринцы упорно сопротивлялись, но было видно, что забить гол – дело времени. Размашистая и солидная игра филадельфийцев сразу же завоевала сердца болельщиков. Мячи забивали Богдан Ланевский, первый гол турнира, Томас Банионис, неоднократный лучший бомбардир Литвы, и Эду. В результате команда заработала 10 очков, максимум по условиям соревнования. Начало было успешным, тем более, что накануне мы поселились в гостинице «Госпожа Удача» – «Леди Лак». И это невольно вселяло в наши души надежды. Мы встречались с футболистами из города Сан-Пауло, Калифорния, которые сами себя называли «голландскими тюльпанами» и носили оранжевую форму, подобно игрокам сборной Голландии. Начало игры не предвещало бури, тем более, что мы быстро повели в счете 2-0. Оба гола забил Евгений Гринер. Правда, голландцы вскоре один мяч отквитали, забив первый гол в наши ворота на турнире. Время между таймами Виталий Сидоров и Виктор Каневский использовали для анализа игры и для постановки задач на вторую половину. Сорвался так, а вы вот так вот идете отдыхаете. Нет, надо вернуться и там отдыхать. Первые 10 минут второго тайма за нами. Дина Захарис элегантно, в свойственной ему манере, забивает соперникам третий гол. Время близилось к концу матча, и казалось, он завершится в ничью. Но тут блеснул мастерством наш главный бомбардир Банионис. Он забивает четвертый и последний мяч в этой игре, сняв все вопросы о победителе. Труднейшая победа и 100% результат игр в группе. Вслед за нами второе место заняли «Дьяволы» из Сент-Луиса. И они тоже завоевали право продолжить борьбу в полуфинале, где победители групп встречались с командами, занявшими вторые места. А пока оставшуюся часть второго игрового дня с целью снятия психологического напряжения мы посвятили вечерней прогулке по великолепному Лас-Вегасу. We'll be right back.
Нашим соперником в полуфинальной игре была команда «Лавина» из Колорадо, занявшая второе место в соседней группе. 50 минут упорной борьбы не дали преимуществ ни одной из команд. Победитель определялся по серии 11-метровых ударов. Здесь блестяще сыграл наш вратарь Вадим Слащев. Он сумел парировать мяч после второго удара. И это так расстроило наших соперников, что их следующий удар тоже не достиг цели. Мяч пролетел мимо ворот. Окончательный результат 4-2 в нашу пользу. Голы забили Игорь Склеров, Ланевский, Эду и Банионис. Финальный матч начался через час после окончания полуфинала. И только тогда мы узнали, что нашим соперником являются старые знакомые, прошлогодние чемпионы «Дьяволы» из Сент-Луиса. Предстояла трудная, изнурительная борьба, а наши футболисты, игравшие практически без замен, устали, да и травмы давали о себе знать. И здесь старший тренер Сидоров по просьбе господина Бодомова включает его в состав команды и сам принимает решение принять участие в игре. Было решено проводить кратковременные замены по ходу игры, используя многопланового игрока Тома Вуговича. Сложность заключалась в том, что Том сам в недавнем прошлом был травмирован и мог играть, только используя специальный гибкий защитный каркас для ноги, что он и делал. Мужеству этого парня и его самоотверженности и любви к футболу можно позавидовать. Спасибо, Том, от имени всей команды «Нордист Юнайтед». Наш главный тренер – наше тайное оружие. Он все время держал возле себя защитников соперника и уводил их из центральной зоны на фланг, освобождая тем самым коридор для Баниониса. Но как только приходилось прибавлять скорости, сразу становилась видна хромота Виталия. На игру он вышел с травмированным голеностопом и спиной и как мог помогал ребятам. Перефразируя классика, гвозди бы делать из этих людей, не было в мире крепче гвоздей. Матч был очень упорным, проходил с переменным успехом, но ни одной из сторон не удалось открыть счет забитым мячам. Снова боевая нулевая ничья, и снова все решили 11-метровые штрафные удары. И снова «Леди Лак» улыбнулась нам. Мы победили, как и в полуфинале, со счетом 4-2. Победную точку в матче поставил уже привычно Томас Банионис. Этой победой команда «Нордист Юнайтед» завоевала право бесплатного участия в турнире в следующем году. Филадельфийцам был вручен памятный приз. Все футболисты и руководство были награждены медалями. Пожелаем же нашей команде дальнейших спортивных успехов. Был знаменит в своей отчизне, за клуб и сборную играл, за мастерство еще при жизни легендою живою стал. Прошли года, душой он молод и учит молодой народ, без устали и в зной, и в холод он опыт свой передает. Он тренер, селекционер, состав умело подобрал и сам, как юный пионер, на поле вышел и сыграл. Он олимпийский чемпион. В защите неприступен он. В игре серьезный футболист. А в жизни милый юморист. Он тоже чемпион Сеула. В нем жажда гола не уснула. Он доказал своей игрой, что порох есть и не сырой. Наш Томас мастерски играет. Не хуже, чем Донатас в театре. Гол виртуозно забивает. Не гол, а шоу на Монмартре. Таким рождаться бы почаще, на выходах хозяин он, в воротах бог, и им блестяще был важный пеналь отражен. Красив, как юный Аполлон, недаром грек по крови он. На поле Дина, как лавина, нацелен на ворота он. Он быстр, темп его высок, остер в атаке, как рапира, и знаменит он, как игрок, забивший первый гол турнира. Он всеми мыслями в футболе, горячий, как ковбой в седле. Когда слежу за ним на поле, не Эду вижу, а Пеле. Майк не толчет водичку в ступе, играет страстно, не жалея сил. И главному сопернику по группе он гол решающий забил. На нем все ладно и красиво. Футболка, гетры и трусы.
но best of all и справедливо его казацкие усы. Нам Женя здорово помог. Однажды свеж, еще не взмок, он нападавших остудил. Им быстро два гола забил. Играя, не жалел он сил. С больной ногою выходил на поле, где футболом жил, чем уважение заслужил. Он был болельщик до финала. Он все расходы оплатил. Когда же родина позвала, сам свои бутсы навострил.